Милен, с победой. Как тебе удалось забить гол буквально через несколько минут после выхода на замену? Я сама не ожидала, мое первое касание. И странно то, что со стандарта меня никто не опекал. И я просто выскочила моментально и ударила. Ты ожидала, что вратарь ошибется или так наобум пошла? Наобум пошла. В Корее ты когда-нибудь забивала первым касанием? Нет. Первый раз такой у тебя, да? Да. Ну и как тебе вообще уровень сопротивления? Все-таки ЦСКА один из лидеров чемпионата. Ну, как и в Суперлиге я играла, ничего сложного. Правда, тут позиция сборной другая. Я играю у себя в Краснодаре защитником. Вот, но я не скажу то, что что-то сложное тут произошло. Да, конечно, команда сильная, высокая, взрослая. Ну, так. Ну, вот сложно играть против взрослых опытных игроков? Ну, немного сложно. Более то, что они такие мощные, и у них, не знаю, не знаю, как мне сказать правильно, но они очень быстрые, старшие игроки, уже знают всю игру построенную и уже сами как-то играют. Я не знаю, что мне говорить! Теперь тебе будет еще интереснее сыграть за Краснодар против ЦСКА в чемпионате Суперлиги. Да. Я, конечно, буду сразу лучше играть. Мне не понравилась моя сегодняшняя игра. Да, я забила гол, но все равно нужно было немного помочь команде. Там из-за меня тоже забили гол. Вот, но я буду стараться в Суперлиге жестче играть против ЦСКА и не дам, чтобы мимо меня кто-то пошел.